А вот гляньте, Государево озеро. Оно вонючее, грязное. Представьте, что это озеро было бы вашей собственностью. И вы бы предлагали людям услуги прогулок на катамаранах. Ну вот, на таких. Что, разве оно было бы грязным? У вас бы не нашлось денег, чтобы это озеро почистить? Я так не считаю. Я думаю, вы бы сделали все, чтобы вашим клиентам было комфортно. Правда? А так... Да. Ужас.